Здравствуйте, друзья. Мы заходим в небольшое такое японское заведение, в котором мы любим поесть суши. Это не происходит каждый день. То мне иногда, знаете, замечание делают: выгорит с диабетом и суши. Ну, иногда, по чуть-чуть, знаете, так можно. Вот сейчас будем этим заниматься, заказом будем заниматься. Вот меню этого заведения. Это Санивелл у нас, да, кстати? Город Санивелл, в городе Санивелл. Хорошее место, мы его любим. Сейчас будем изучать. Этот маленький чайничек, друзья, который нам принесли. Очень важно, знаете, не подумать, что это чай, и не попробовать так, знаете, из носика так взять, вот так, и так через носик его попить. Потому что это соевый соус. Это для суш. Ну вот там, давайте глянем, что там. Вот такой соевый соус. Из носика не пьем, короче. А вот это произведение, друзья, это как раз тот самый чайничек. Вот берешь чайничек и так, знаете, чайку подливаешь. Вот так, так работает. Хотите с такой ручкой? Я, честно говоря, никогда в продаже не видел. Вот только в ресторанах бывает. Вот, вы видите, друзья, пришел в чашечке такой мисо-суп. Мы обычно всегда берем вот такой, ну, я не знаю, я не могу в камеру там дать попробовать, но могу попробовать и сказать, что я думаю по этому поводу. Вот сейчас Светлана пришла, мы сейчас ее спросим. Хорошо, хорошо пошел мисо-суп. Светик, попробуй тоже, поделись. Вы видите, друзья, еще не попробовала со Светой. Он не горячий. Ну, что-то одна водичка. Я люблю, когда мисо-суп густой, чтобы там было много всего. Давай, попробуй. А здесь просто одна водичка. Попробуй. Ну, мисо-водичка с заправкой мисо-супа. Ну что, друзья, блюдо пришло. И так, вкратце. Вот это называется California Rolls. Это называется Salmon Rolls. Аляскинские роллы. Да, значит, там, да, там салмон и, значит, авокадо. Вот этот вот зелененький такой называется гусеничка, Caterpillar. Вот, а это называется Crazy Atomic. Crazy Atomic. Друзья, можете себе представить. Так, значит, сумасшедший атомный, значит, набор. Ну, вы видите здесь горчичку. Да, горчичка васаби называется, горчичка. Вы видите здесь корешок джинджера, да, для освежения полости рта. Ну и, собственно говоря, можно приступить. Я вам только скажу, что и гусеничка Caterpillar, и этот Crazy Atomic, они подаются тепленькими, они такие, то, что называется, baked. Вот. Но прежде чем мы начнем, мы должны сделать с вами соевый соус вот сюда поместить. И я сейчас буду так потихонечку рассказывать, как это делается. Значит, начинается с того, что вы берете палочки. Ну, я вот одной рукой. Светик, откроешь для меня, пожалуйста. Вот. Светлана открывает для меня двумя палочки. Двумя руками. Разломай их там. Разломай. Так, еще. Света, давай я тебе дам камеру. В руки. Значит, друзья, для тех, кто не знает, как палочками пользоваться, то знаешь что, поставь ее вертикально. Вот, кто не знает, как пользоваться палочками, я объясню, как это делается, вы на всю жизнь будете знать, что это просто и легко. Берете палочку, вот так, и вот этим пальцем. Безымянным. Зажимаете. Вот, она фиксирована, она стоит, ничего не делает, вот она фиксирована. А вот этими пальцами вы можете двигаться, поэтому вы берете вот сюда палочку, вот. Вот этой палочкой начинайте, значит, вы можете взять все, что угодно. Я на ваших глазах возьму сейчас немножко, возьму, так я кончики сравню, беру немножко горчички, вот этой вот васаби. Ой, так, о, уроним. Беру немножко горчички васаби, она же мягкая. И сюда вот наливаю соевый соус. Он бывает разный, этот соевый соус. Больше соли, меньше соли там и так далее. Вот. И сейчас я его так немножечко так потюкаю. Вот. И теперь, потюкавши, размешав, да, я могу что-нибудь такое сделать. Вот я беру свои палочки, беру California Roll. Я очень люблю California Rolls. Они там еще слипшиеся, взял California Roll.
сюда его раз, обмакнул. И съел. Вот и так, собственно, одного за другим берешь, значит, и весь процесс так и идет. Света, приступаем. Ну, что, друзья, вот и съели мы, или как-то, съелы, усё съелы. Ничего не осталось, очень вкусно. Настроение хорошее. Поедем домой. Вот, если кто когда захочет суши, будучи в Кремниевой долине, приходите. Называется место Катана. Вы видите, друзья, как выглядит подлинный счет, который выдают в японском ресторане. И там получилось, я без очков плохо вижу, 56-64. К этому надо там типов что-нибудь. Ну, долларов 65, вот так и пойдет.